Ушел из жизни Аман Тулиев. Более 20 лет он был губернатором Кемеровской области и за эти годы внес большой вклад в развитие региона. Настоящий патриот, мудрый политик, талантливый руководитель. Вся его жизнь является примером созидания, преданности, искренней любви к своей родине и своему делу. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов выразил слова соболезнования семье и близким Амана Гумировича и отметил, что между нашими регионами многолетние дружественные отношения, успешный опыт взаимодействия. Сегодня Карачаево-Черкесия скорбит вместе с Кемеровской областью. Светлая память этому замечательному человеку, который навсегда вписал свое имя в историю Кузбасса и всей России, говорится в соболезновании.